Ключа у меня нет. Может быть, ключ находится... Как же тут темно? Я не помню. Мама? Мама? Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Артур, и сегодня мы посмотрим офигенный, судя по всему, хоррор под названием Anxiety Last Night. Вроде как он не очень длинный, но это именно та категория хорроров, которые сейчас мне, да и вам, заходят больше всего. То есть это небольшие хорроры, на которые не нужно тратить много времени, но тем не менее за свои там 20 минут они пугают как надо. Эта игра примерно из таких, и, насколько я знаю, она реально страшная. В общем, откопал я ее, и давайте посмотрим. Наушники на голову, давайте приступать. Курсор, если что, это нормально. Все в порядке. Все будет хорошо. Просто нужно успокоиться и ехать. Все в порядке. Еще чуть-чуть. Что? О, нет, только не это снова. Ну, не сейчас. О, господи, ну давай. А? Господи, как можно было? Где я? Я вообще в глуши какой-то. А почему я сижу? Почему я сижу на заднем сиденье? Темно снаружи. Жутенько. Поблизости должна быть остановка автобусная. Может, пойдем куда-нибудь? Нет? Мне нужна карта. Где я вообще? Так, вот карта. Ага. Так, я нахожусь сейчас тутово. Автобусная остановка на север, да? Я должна быть в состоянии дойти до туда? Или я должен быть? Я не знаю, я же вроде... Так, мне нужно наружу выйти. Вроде я как за девушку играю. Господи, что это было? Это что? Хищник какой-то. Наверное, не самая лучшая идея ходить сейчас там. Нужно снова машину завести. Тихо. Я не умею поворачивать ключ в замке. Проклятие, не работает. Что-то мне жутенько как-то. Может, нужно позвонить механику? Не, механику не надо, сейчас как обычно. Мне придется позвонить своему механику. Я не сохранил его номер. Серьезно. Где-то здесь должна быть его визитка. Мне нужен ключ. Ну, в смысле? Где-то я должен... Давай, пускай должна. Где-то я должна была его номер. Да не заводится. Как? Ну, ты смотри при этом. Машина не заводится, но... блин. Чё это? Зачем я вообще сохранила? Машина не заводится, но фары горят. Значит, не аккумулятор. Должно быть, я это где-то здесь оставила. Может, во внутреннем кармане? А, нет, может быть... А? Окей. Гейр Гараж Автоворкс, номер 1-306-774-999. Мне этот номер самого нужно будет сейчас вводить? Эти шепотки вокруг. Чё-то как-то... Так, гараж здесь. Извините, мы скоро закрываемся. Эй, это я! Эй, мэм, что не так? Машина не заводится. Мне нужна твоя помощь. Я плохо вас слышу, сигнал теряется. Где вы, женщина? Я на северной дороге в национальный парк. Что? Вы пропадаете. Вы там сейчас находитесь ночью? Просто замолчи и помоги мне. Я через час приеду. Нет. Что нет? Я не могу ждать так долго. Просто скажи мне, что мне делать?
turn off the electronics on your car. It worked last time, right? Последний раз сработал, я что-то не понял, что он сказал, потому что надпись исчезла, глюканула как-то, походу. Я не понял, что мне делать на самой важной фразе. Господи, мы все умрем. Снаружи явно что-то не так. Так, он дал мне записку, где оно, что именно, блин, ну у меня же надпись пропала, я не знаю, давай посмотрим. Так, отсюда мне нужен ключ, ага, ключа у меня нет, может быть ключ находится... Как же тут темно, я не помню. Мама, мама, что, бляха, происходит? Тут точно ничего больше нет? Так, это карта. Где я положила записку? Да хрен тебя знает, я ничего не вижу вообще так-то. Ты должна знать, где твоя записка. О, сумка, может сумки? Тут так темно, что я не видел эту сумку. Выглядит ужасно. Лиза, как мы до этого дошли? А вот и ключ. Хорошо, это ключ от... я не знаю, чего это ключ. Зачем я это вообще тут оставила? Веревка. Веревка нам, наверное, пригодится. Все в порядке. Слушай, может, у меня время какое-то есть на все это? Нужно избавиться от этого. Мама. Твою мать. Что, блядь, это ублюдка это было? Так, отлично. Отвертка. Что это было? Это мне уже не нужно. Я вижу, как тебе это не нужно. Тебя кроет, женщина. Записки. Когда у тебя есть какие-то электрические проблемы. Так, выключи кондиционер, свет. Кто-то побежал. Свет в машине. Вайпер. Вытащить кабель радио. И нажать... не стоит нажимать на клаксон, в общем. Помните, не включайте все в одно и то же время. Убедитесь, что все электронные девайсы выключены. Так, мне нужно выключить кондиционер, свет. Что еще там? Радио. Мама дорогая. А как я это сделаю? Свет выключен. Радио. Ага. Это я кондиционер выключил, а радио? Что еще? Мама! Так ясно. Я все понял. Хорошо. Я вернусь к этой игре. Я обязательно вернусь к этой игре. Она, походу, на время, да? Я все правильно понимаю? Слушай, я уже до чего-то добрался. Давайте в следующий раз вернемся к этой игре. Если вам понравилось, ставьте, ну, там, как обычно, и пишите вот это вот. Ну, блин, это было, по-моему, неплохо. Я сначала вообще не ожидал, что оно будет какое-то вот такое. Но, по-моему, неплохо зашло. Меня что-то аж продрало. Я думал, не знаю, прикольно, по-моему, прикольно. Ладно, увидимся и посмотрим, к чему это все приведет. Теперь-то мы с вами знаем, что делать. Теперь-то у нас все с вами будет хорошо. И на этом все. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего и всем пока. Thank you.